На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовящейся к наступлению в направлении Макаровки. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов. Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Новодонецкого и южнее Великой Новоселки. Расчетом зенитно-ракетного комплекса «ОСА» сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека». На запорожском направлении огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесено огневое поражение по живой силе националистов в районе Пятихатки и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В этом же районе мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы «Преображенки» и «Червоной Креницы». Вертолетами армейской авиации группировки уничтожены танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живая сила боевиков в районах Ливадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Расчетами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбиты три БПЛА «Фурия» и два «Валькирия».